дворце спорта «Видное» состоялось районное торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Глава Ленинского муниципального района Олег Хромов поздравил собравшихся в зале женщин с праздником и поблагодарил за повседневный труд для своей семьи, близких и окружающих их людей, на благо и процветание родного района. Отметив заслуги женщин в социальной и общественной жизни муниципалитета, пожелал им счастья, семейного благополучия и взаимопонимания. В администрации Ленинского района состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского муниципального района. В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации противопаводковых мероприятий на территории муниципалитета в период весеннего половодья и сезонных паводков. 13 марта в 12 часов в усадьбе Горки Ленинский состоится празднование Масленицы. В этот день на территории усадьбы пройдет масштабное гуляние, где за один день можно пройти всю масленичную неделю. Гости праздника познакомятся с 7 гонцами, которые будут сопровождать весь праздник. На всей территории горок будут проходить интерактивные площадки, детские развлекательные программы, выставочные площадки, ярмарки, фотозоны и многое другое. Телеканал «Видное ТВ» объявляет кастинг ведущих погоды. Приглашаются мальчики и девочки до 10 лет. Обязательное условие – умение бегло читать. Справки по телефонам 541-25-40, 541-25-25.